Дорогие друзья, всем привет! Сегодня 19 декабря 2022 год. Приехали мы в Сочи, железнодорожный вокзал, улица Горького. Сегодня пасмурно, дождик, сыро. Ну, зелень, понятно, круглогодично. У нас в Уфе тоже дождливо было вчера, да и сегодня ночью, да и сегодня сыро тоже. Короче, вот такая погода сейчас у нас в Сочи. Но, друзья, всем желаю прекрасного настроения, здоровья, счастья в любую погоду. Пальмы, зелень. В общем, вокзал Сочи. Похож он на Симферопольский вокзал, точнее его строил проекту одного архитектора строили, в общем. Сначала Симферопольский построили, а потом Сочинский. Вот поэтому они так похожи. Ну, классно здесь, когда хорошая погода, летом. А сейчас вот так вот сыро, пасмурно, ну, где-то плюс 12, не холодно. Но особо не погуляешь. Хотя можно, конечно, погулять, если там в дождевике, под зонтиком. Отель, гостиница «Космос», Сочи. Там дальше транспорт уже, выход в город. Так, в общем, выходим в город. Здесь движение активное, вон пальма впереди. Такое сегодня коротенькое видео из окрестностей вокзала Сочи. Дорогие друзья, всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И до новых встреч, дорогие друзья. Всем прекрасного настроения в любую погоду.